Добрий вечір, громадська ідея. Тобто Сергій Вільничук уже, в принципі, все представив, все розповів. Сьогодні будемо говорити з Олександром Савусенком. Будемо говорити по скайпу, тому що наш співрозмовник знаходиться на Нью-Йоркщині. Тобто, якщо ми можемо з ним зв'язатись, то давайте вже. Тобто, говорити сьогодні будемо насправді про, по-перше, про дуже цікаву річ, а по-друге, про дуже важливу, тому що будемо говорити про наше з вами здоров'я, про наше з вами життя, тобто найважливіша річ, яка у нас з вами є. І як, ми готові? Так? Привіт, власне. Слышно мене, да? Хорошо? Так, тебе чуємо всі. Тобто дякую, що ти в цей ранній для тебе час приєднався до нас. До речі, котра година у вас там уже? 10 утра. Ну, так. В принципі, люди в неділю в такий час ще сплять. Ну. Так, ну добре, тоді почнемо. Спочатку розкажи взагалі, чому ти в Штатах? Тобто чому з тобою не говоримо ось тут от? Ну, тут масса причин есть. Во-первых, можно говорить там про инвестиционный климат Соединенных Штатов Америки, про развитие высоких технологий, которые, ну, климат способствует этому. А на самом деле я сюда уехал в мае 2014 года из Донецка, потому что надо было куда-то уезжать. Вот. И так получилось, что нашел здесь работу, работал, а вот теперь остался, чтобы основать свою компанию. Ну, власне, вот ваш проект... Титанова, тобто, да. Розкажи, власне, чим ви займаєтесь? Тобто, тому що ми сьогодні так анонсували це пафосно, чи можливо виміряти своє здоров'я. Ви якраз, здається, цим і займаєтесь. Ну, все правильно, да. Глобально вопрос именно так і звучить. Возможно ли измерить своє здоров'я? Направление цифровой медицины и персонализированной медицины, и то, что сейчас называется digital health, цифровое здоровье, это очень популярная вещь. И, в общем-то, не существует на сегодняшний день некого показателя, который бы на глубинном уровне оценивал уровень здоровья человека, да? А также его подверженности всяким рискам разнообразных заболеваний и вообще прогнозу на его дальнейшую счастливую жизнь, прошу прощения. Что делаем мы? В 2002 где-то году начались очень серьезные в мире исследования касательно так называемой теломеры. Теломера – это защитная часть хромосом. То есть ДНК в клетках человека находится в форме хромосом. И эти хромосомы на концах защищены специальными защитными колпачками, назовем это так, которые называются теломеры. Было показано, что после каждого деления клетки, а известно, что клетки у нас в организме там делятся раз в какое-то количество лет, в зависимости от типа клетки, после каждого деления клетки теломера укорачивается, то есть защитная часть становится меньше. И если взять общую длину этой теломеры при рождении, посмотреть, насколько она укорачивается при каждом делении, и посмотреть, как часто эта клетка делится, то мы обнаружим, что клетка всего имеет возможность поделиться ограниченное количество раз, прежде чем у нее закончится эта защитная часть. Если мы посчитаем, за сколько лет это произойдет, то с удивлением окажется, что средняя, ну, средняя длина, среднее время жизни клетки составляет около 80 лет, да, вот цикла жизненного. Это открытие получило название Hayflick Limit, лимит Hayflick. И, в общем-то, является одной из основных теорий клеточного старения. Да? То есть, почему мы не можем жить вечно? Простой вопрос. То есть, какие механизмы ограничивают нас от вечной жизни? И почему клетки начинают стареть? Почему они начинают ломаться и нарушаются их внутренние механизмы работы? Потому что вот эта защитная часть становится короче. И чем короче она становится, тем больше ошибок при репликации ДНК происходит. А, соответственно, чем больше ошибок, тем больше клеточного стресса, больше рисков злокачественных заболеваний, злокачественных опухолей, оксидативного стресса и так далее. То есть было показано. И в 2009 году за это открытие дали Нобелевскую премию Элизабет Блэкберн и группе соавторов. Вот. Соответственно, вот длина теломеры – это один из ключевых показателей клеточного здоровья. И было, было целый ряд исследований. Сейчас каждую неделю, наверное, выходит свежая статья по поводу того, с чем еще может быть связана длина теломеры. То есть было показано, что, естественно, длина теломеры коррелирует с возрастом человека. Чем человек старше, тем короче теломера. Было показано, что она коррелирует с весом, с плохими привычками, с курением, с алкоголем, с диетами, с кем является человек, вегетарианцем не является, с активным и пассивным образом жизни. То есть все с экологией, да, то есть очень много факторов влияют на, вот, на длину теломеры, на то, насколько быстро она укорачивается. Это все доказано абсолютно точно, научно, публикацией в серьезных научных журналах. И вот то, что делаем мы предлагаем
грубо говоря, услугу. Мы предлагаем померить вашу теломеру простым, доступным способом, с помощью простого анализа, который считается полностью по почте, не нужно не ходить ни в какие больницы. Ну, а это як зараз виглядає цей анализ? Тобто він виглядає досить складно, наскільки я розумію, тому що мова йде про анализ крові. Вот теперь поговорим про то, как выглядит анализ. Мы не первые, кто задумались делать этот анализ, это логично, потому что рыночная перспектива огромная, да? Но киевские ребята, которые разработали этот анализ, которые разработали методологию, они первые, кто смогли это сделать не с помощью крови, а с помощью буккального эпителия, иначе говоря, слюны, с помощью мазка с внутренней стороны щеки. Да? То есть если, допустим, сейчас есть несколько компаний, которые могут это сделать. Там, самое крупное находится в Испании. Люди, которые хотят померить свою теломеру, во-первых, этот анализ стоит очень много, да, потому что он достаточно сложный в исполнении, в Испании, по крайней мере. Потом нужно сдать кровь в сертифицированном центре, допустим, в тех же Штатах или Украине. Нужно специальным перевозчикам, которые нужно эту кровь заморозить в жидком азоте. Нужно эту кровь в жидком азоте доставить в Испанию. Это стоит огромных денег, вот такие сложные логистические услуги по транспортировке. Мы это делаем с помощью мазка буккального эпителия. Мы, в принципе, являемся идеологическими последователями компании 23andMe. Может быть, слышали про такую. Это дочка Гугла, которая по аналогичному мазку предлагает генетический анализ ключевых генов человека делает. Там определяет наличие наследственных заболеваний, фактор всякого такого. Я вам могу прямо сейчас показать, кстати говоря. Вот, мы высылаем человеку по почте специальную стерильную палочку для взятия мазка. То есть это сейчас будет просто онлайновая демонстрация, как это выглядит? Да, вот такая вот палочка. Специальная палочка, тут такая достаточно жесткая нейлоновая ворса, которая может забирать с поверхности необходимое количество клеток. Баночка, в которой будет содержаться специальный раствор для хранения, ну, чтобы с ДНК ничего не случилось в ходе транспортировки. Да? Человек это дело получает дома, а непосредственно вот берет мазок у себя с эпителия, отпускает, обламывает палочку, закрывает и все. И у него в комплекте есть конверт, он бросает уже предоплаченный конверт, очень удобно все. Он бросает эту трубочку в этот конверт и отправляет назад в лабораторию. Все. И через 3-4 недели он получает анализ на сайте, где он регистрируется, вводит штрих-код, который шел ему в комплекте, и получает доступ к своим данным. Вот как-то так это происходит. Тобто, а як зараз ця процедура виглядає? Тобто, якщо ви хочете її спростити, зараз вона виглядає досить складно і досить дорого. Тобто, а ви працюєте, ви збираєтесь працювати тільки в Сполучених Штатах чи по всьому світу? Вопрос хороший. Конечно, мы начнем работать в Соединенных Штатах Америки, потому что здесь наиболее интересный рынок. Но, естественно, мы уже запустили индивидуальную компанию, да? Мы уже предлагаем эту услугу. И что самое главное, первый пакет мы уже вышли на следующей неделе, потому что технология полностью готова. И лаборатория в Киеве готова принимать образцы и делать анализы. Ребята смогли сильно удешевить цену. То есть мы будем предлагать это. Мы сейчас предлагаем по $89 один анализ. После окончания кампании цена повысится до $99. Но не суть, это все равно в 5-7 раз дешевле, чем аналогичные продукты конкурентов, при этом абсолютно не уступающие им по качеству. Это, кстати, огромный плюс и знак уважения в сторону украинской и вообще науки, что ребята вот смогли такое сделать и. Вместе с ними мы продвигаем этот продукт на рынок. Слушай, расскажи тогда про вашу команду. Тобто, ты находишься в Штатах, а эти люди находятся, где находится сама лаборатория, в которой будут проводить эти экспертизы? Да, лаборатория находится в Институте геронтологии. В Институте геронтологии, лаборатории эпигенетики. Я давно знаком с этими ребятами, это не первый наш совместный проект с директором этой лаборатории. Они разрабатывают много хороших, интересных вещей. Но в Украине им достаточно сложно найти применение. Вот. И когда мы с ними общались о том, какие у них есть наработки, о том, что они умеют делать, вот всплыла тема этих теломер. Мне это показалось очень интересным направлением, которое можно развить и попробовать вывести на международный рынок. С тем, чтобы продемонстрировать, во-первых, потенциал украинской науки, помочь Украине финансово-экономически, если проект сложится, да,
и ну, помочь лаборатории развиваться и производить дальнейшие, грубо говоря, инновации и продвигать вот продукты, которые там создаются на международные рынки. Потому что ребята на самом деле молодцы. Вот недавно я к этому проекту личного финансового там, никакого управленческого интереса не имею, но вот эта же лаборатория предложила, сделала стартап, буквально неделю назад они запустили сайт, первый в Украине BRC-анализ. То есть они первые в Украине предлагают удобным способом провести тест на генетическую предрасположенность к раку груди. Я посмотрел, в Украине до этого никто не делал просто доступно. А если и делали, то за безумные деньги и анализы отправлялись куда-то там в Германию или в Европу, да? Ну, в США, по-моему, я не помню. Но не суть. Суть в том, что они это делают непосредственно в Киеве, и вот эта вот BRCA-панель, она позволяет сказать, каков риск развития рака груди вот у конкретной женщины. То же самое с помощью буккального эпителия. Потому что вот это такая достаточно сложная воспринятие информация. У одной из 9 женщин предрасположенность к раку груди составляет практически 100%. Да? То есть есть генетическое отклонение, которое делает вероятность развития рака груди практически близко к 100%. И если знать об этом заранее, то можно принять ряд превентивных мер вместе со своим врачом и эту вероятность сильно понизить, либо вообще избавиться от нее с помощью ряда специальных интервенций. Да? И каждая женщина должна знать, грубо говоря, ответ на этот вопрос. Точно так же, как каждый человек, который заботится о своем здоровье, должен знать ответ на вопрос, что происходит с его теломерой, насколько быстро она укорачивается и какие меры можно предпринять для того, чтобы поддержать свое здоровье вот на глубоком клеточном уровне. Слухай, це насправді досить важлива тема. І знаєш, чому вона? Тому що про це ніхто не говорить. Тому що ця тема наче і не існує. Просто ці всі діагнози, вони спливають лише постфактум. Тому давай, певно, що заакцентуємо на цьому увагу. Тобто, якщо ти мені скажеш, я спробую зараз знайти сайт цих хлопців. Тобто, як їх знайти правильно? Laboratoria.org.ua Laboratoria.org.ua. Я можу в Skype текстом кинути, якщо видно. Вот. Этот тест, который разработан той же командой, что и теломерный тест, вот они предлагают его в Украине. Чекай, это она? Медицинская лаборатория в Киеве? Тобто... Я прошу прощения, я не вижу вашего экрана, но написано вверху «Лаборатория заботы о себе». Не, давай я просто так напишу, потому что... Я, извините, за что такая задержка получается. Куда тебе скинуть адрес? Не, я знайду. Все, знайшов. Тобто ось ці хлопці, да. Тобто ось це то, про що ти розповідаєш. Тому що, ну, насправді мова йде про найважливіше, що є у кожної людини, про її життя і про її здоров'я, а на це чомусь мало хто звертає увагу. До речі, якщо продовжувати, до речі, цю тему, як ти думаєш, тобто це має бути ініціатива держави, тобто і держава має популяризувати тобто, ці тести, популяризувати обстеження своїх громадян, чи це має бути віддано все-таки приватним компаніям, і це має бути ініціатива власної людини? Знаєш, це дуже складний вопрос, тому що дуже багато факторів на нього впливають. Вот в Америке это дело давно обсуждается, да, необходимость проведения таких тестов. И самое главное, возникает вопрос, кто имеет доступ к этим данным. Потому что если очень-очень хотят получить доступ к этим данным страховые компании, то есть они за них борются, и это их очень сильное лобби. Да? То есть если женщина провела этот анализ, и у нее есть вероятность развития рака груди высокая, и доступ к этим данным имеет государство, а если имеет государство, то мы все понимаем реалии, допустим, украинского государства, да, значит, кто-то еще может получить к ним доступ. И страховая компания может отказаться страховать здоровье такого человека. Или если у него есть там, короткая теломера и риск развития раковых заболеваний повышенный, то страховая может отказаться страховать или сильно поднять тариф. Государство тоже интересуется. Мне, в принципе, несколько чиновников уже спрашивало вот о этом тесте и о том, насколько можно его применить для того, чтобы оценить здоровье нации и, грубо говоря, как-то обязать, ну, в теории, да, можно ли обязать всех людей проходить вот этот тест, чтобы видеть, там, как в динамике меняется здоровье нации. Но, опять же, тут же это будет связано со страховыми выплатами, тут же это будет связано с устройством на работу. Да, то есть возникнет дискриминация по генетическому признаку. Вот эта вещь, которая сейчас активно дискутируется.
Потому что появление всех вот этих тестов может привести к дискриминации по генетическому признаку. И это вообще новая вещь, о которой тоже никто пока еще не задумывался. И она очень серьезная, требует обсуждения. Вот в Америке есть ряд протоколов, нормативов, согласно которым там вот моя компания, которая будет владеть теломерными данными, обязана там хранить это на защищенных серверах, нормированных согласно там определенным протоколам. Там доступ ограничен физически, информационный, да, но все равно. Мало ли что может произойти, куда эти данные могут утечь. И предположим, что произойдет утечка таких данных, связанных с личностями пациентов, и это может быть катастрофа на самом деле. Ти зараз просто кажеш про такі речі, про які навіть я ніколи не чув, тобто дискримінація за генетичною ознакою. Тобто це... Ну, це звучить як фантастика, але це вже давно не фантастика. Да? Тобто я пройшов тест 23andMe там, год назад ще, який прокартував повністю мій генотип на наличие предрасположенности ко всем заболеваниям. Он сказал мне, что у меня там вероятность умереть от диабета первого типа повышена в 4 раза, а вероятность умереть от сердечных заболеваний понижена в 2 раза, да? И, ну, грубо говоря, и вот такая информация, она, естественно, будет являться очень ценной для страховой компании и в Украине, и в Соединенных Штатах, и в мире. То есть это действительно риск. И вот такие дебаты, они постепенно начинаются. И в Украине, я тоже думаю, они скоро появятся с развитием персонализированной медицины данных. Вы когда сдаете анализы просто в больнице, вы же получаете карточку, на ней написан ваш номер, штрих-код, как вы можете получить свои данные своих анализов по интернету, да? Есть вот такие услуги в хороших клиниках современных, вы дома смотрите, все ли у вас в порядке, и врач из лаборатории, из кабинета смотрит, все ли у вас в порядке, никто не носит никому никаких бумажек. Есть такая вещь. А что, если к этим данным получат доступ вот уже текущие страховые украинские компании, которые страхуют здоровье, и они будут видеть, что вот у человека проблемы, значит, его не нужно страховать? Понимаете, да? Так, ну, не знаю, в українському суспільстві навряд чи ведуться такі дискусії. Я не знаю, через скільки наше суспільство ще буде готове вести такі дискусії. Слухай, ну... Такі дискусії вже ведуться в українському обществі. Это... Я принимал там в них опосредованное участие. Я знаю, что как минимум люди это начинают обдумывать и обговаривать. Насколько быстро это выйдет в реальную плоскость применения, это неизвестно, да, потому что у Украины сейчас хватает проблем. Но люди в комитетах об этом уже думают. Слушай, ну если повернутися, например, до того, чем вы занимаетесь, то наскільки я правильно зрозумів, ви цю послугу будете спочатку продавати в Штатах. Тобто американець бере свої дані і відправляє їх в Україну. Тобто в Києві буде знаходитися ця лабораторія. Американец отправляет все на адрес в Соединенных Штатах Америки. И в большинстве случаев он вообще не подозревает, куда эти образцы уходят. И, в общем-то, его это не должно интересовать. Мы сами логистически здесь проводим ряд биохимических манипуляций уже с этими образцами, чтобы еще больше облегчить их транспортировку, пакуем их в большие пакеты, там затамаживаем их правильно, как биологические образцы, и уже пересылаем в Украину. Добре, а що в результаті потім бачить людина? Тобто, от, наприклад, мій зразок прийшов в лабораторію, його дослідили. Що я потім бачу? Тут є два основних направлення видачі, грубо говоря, результатів. Перше – це ви зробили єдиничний тест. От один раз поміряли свою теломеру. Що ви можете побачити? У нас є середня виборка, у нас є дані, ми провели аналіз на нескольких сотнях пацієнтів різного віку. У нас є дані про те, как теломера укорачивается с возрастом, в какой динамике. Да? Померив вашу теломеру, и вы заполните специальную анкету, в которой вы расскажете о своем образе жизни, привычках, возрасте, весе, там, ритме упражнений, диете и так далее. Вот. На основании нашей выборки и ваших данных мы сможем сказать, что, во-первых, на сегодняшний день ваша теломера длиннее или короче средней теломеры человека вашего возраста. Да? То есть вы сможете знать, грубо говоря, здоровее вы нормы или уже не здоровее вы нормы, да? Насколько вы здоровее, не здоровее? Потом вы сможете сравнить себя с людьми, допустим, аналогичного возраста, которые отличаются от вас по, допустим, одному параметру. Допустим, курящие и некурящие люди того же пола, того же возраста, что и вы. И вы сможете увидеть, допустим, что вы, допустим, не курите, и вы видите, что ваша теломера значительно длиннее, чем у курящих людей. Или, допустим, она оказалась короче, она такая же короткая, как у курящих, но вы не курите. Это маячок, значит, что что-то не так с вашим образом жизни. Значит, допустим, вы получаете большое количество канцерогенов, где-то получаете, да? Или, допустим, много пьете, я не знаю, надо анализировать.
И вот получив такую изначальную информацию, вы сможете, если все хорошо, то все хорошо, продолжайте в том же духе. Если вы попадаете в красную зону, зону опасности, это означает, что ваша теломера короче, чем она должна быть, это означает, что у вас повышенный риск заболевания Альцгеймер, злокачественные опухоли, вот неприятный целый ряд вещей. То есть это первый звоночек. Это может не случиться еще много лет, но звоночек уже прозвенел. И тут вы можете начать проверять, какие из методов удлинения теломеры и улучшения здоровья вам подходят. Вы можете начать, вещи банальные на самом деле, вы можете бросить курить, вы можете начать бегать, вы можете изменить образ жизни, образ питания, да. Но мы все индивидуальные. Нет двух одинаковых людей, нет двух людей с одинаковым генотипом. Кому-то что-то помогает больше, кому-то что-то помогает меньше. Именно поэтому вы можете повторить тест через 3-4 месяца, а это где-то рекомендуемый диапазон, когда изменения в образе жизни отразятся на глубоких биохимических процессах, на длине теломеры. Вы можете изменить образ жизни, через 3-4 месяца повторить тест и посмотреть, что изменилось. И тогда вы на графике начнете видеть динамику. Идет быстрее она укорачивается, медленнее она укорачивается, остановилось ли ее укорочение. Мало того, последние исследования показывают, что существуют методы вообще ее удлинения. Да? Вот мы один из пакетов, который мы предлагаем там практически за $1000 человеку пакет из 12 тестов, которые он будет проходить и высылать регулярно каждый месяц в течение одного года. И такой человек увидит полностью динамику того, как он живет и как это влияет на его глубокий биохимический процесс. То есть это способ оцифровать, перевести в цифровой вид правильность жизни, здоровый образ жизни, питания и вообще привычек. Да? Вот приблизно так это выглядит. Слухай, дивися, наприклад, я бачу ці дані, тобто у вас на сайті. Я сам їх можу зрозуміти, чи мені потрібен все-таки спеціаліст, можливо, лікар якогось профілю, щоб мені розшифрували і розповіли, що все це означає? Естественно, там будут описания, естественно, там будут объяснения, да, на том языке, на котором, ну, на максимальном, на языке, максимально приближенном к простому пользователю. Ну, вот, к примеру, в Соединенных Штатах Америки не все мы имеем право легально писать, да, то есть мы не можем не давать никаких медицинских рекомендаций, медицинских интерпретаций этих данных. То есть мы не имеем права говорить, что у вас повышен риск развития там ряда заболеваний, или мы не имеем права рекомендовать вам какие-то медицинские препараты, да, потому что для этого необходимо быть врачом и необходимо иметь лицензию. Поэтому все наши рекомендации будут сводиться исключительно к рекомендациям относительно образа жизни, питания и стиля жизни. Да. Но в то же время этим продуктом заинтересовалась группа врачей, в том числе в Украине, в том числе в Соединенных Штатах Америки. И вот врачи имеют право давать интерпретацию этим данным. Это, допустим, они будут предлагать это своим пациентам как дополнительную услугу, вот такой анализ, когда они там рекомендуют им провести какие-то изменения в жизни. И тогда они уже могут с ними говорить и проводить интерпретацию для них этих данных. Но на самом деле для пользователя там нет ничего сложного. Есть график, есть среднее, ты можешь быть либо выше, либо ниже, и там оно будет раскрашено в цвета, в зеленый и красный, в процентах это дело будет рассчитано, все. И нет ничего сложного в том, чтобы понять, что друг мой, вот у тебя проблемы с образом жизни, задумайся, может быть, не стоит. Или все хорошо, я и так вегетарианец и йог, и продолжай в том же духе, да? Тобто вегетарианцы справа идут краще, так? Ты хочешь сказать? Ну, ты сейчас меня дуже засмучуешь, насправді, потому что я не вегетарианец, и навряд ли ним колись стану. Я не хочу ничего говорить, но есть научные статьи, и так. Фактов очень сложно что-то возразить. И да, действительно, вегетарианцы находятся в фаворе. У вегетарианцев, но это не обязательно, я не хочу тебя расстраивать, есть так называемая средиземноморская диета, которая тоже очень хорошо влияет на длину теломер. Она не ограничивает в мясе, но она, ну ты знаешь, что такое средиземноморская диета, да? Я не знаю, тому краще расскажи мне. Очень много зелени, немного красного вина, рыба каждый день. Вот, ну это в двух словах. То есть есть вещи, которые не обязательно становится. Мало того, знаете, что самое странное? Медитация влияет на длину теломер. Медитация снимает стресс. Это факт. А стресс напрямую связан с оксидативным стрессом. А оксидативный стресс на клеточном уровне напрямую связан с длиной теломер. То есть регулярная медитация была показана, что помогает сохранять длину теломер. Бег помогает сохранять длину теломер. На бег на дальние дистанции. Да? Очень сильно влияет на длину теломер следующий образ жизни.
Причем нет большой разницы между тем, являешься ты суператлетом или просто там три раза в неделю занимаешься. Потому что ключевой разницей является, если ты вообще не занимаешься и хотя бы немного занимаешься, там уже огромный диапазон, огромный разрыв в линии теломера получается. Да? Очень такая спорная вещь, но на самом деле, вот имея вот этот график корреляции среднего возраста от средней длины теломера, можно просчитать так называемый биологический возраст. Да? Это достаточно спорная величина, она будет очень неточной, но вот если применять такой метод расчета, то было показано, что профессиональные бегуны-марафонцы имеют в среднем клетки на 16 лет моложе, чем положено в их возрасте. То есть вот можно говорить о такой вещи, как биологический возраст. Насколько ваши клетки на самом деле молоды? Фантастика, правда? Ну, зараз просто якісь неймовірні речі, тобто вегетаріанці, марафонці. Ні, насправді, ну, насправді і правда. Що важливо, що про це мало хто говорить, і мало ми, наприклад, можемо десь про це почути, тому що ми чуємо з усіх сторін виключно про політику і війну, на жаль. А от про те, щоб займатися своїм персональним здоров'ям, мало хто говорить. І ти сказав, що зацікавились цим лікарі. Ти можеш детальніше розповісти, хто ці лікарі, тобто яким чином вони зацікавились, що це може дати? Можливо, наприклад, українське Міністерство охорони здоров'я цим зацікавилось? Ну, до Мінздрава діла ще не дійшло, ви розумієте, так? Да? И на самом деле я не могу говорить о конкретных врачах в Украине, потому что у нас пока конфиденциальные переговоры, но суть в том, что они предлагают клиентам дополнительную услугу, которая помогает врачу видеть, насколько... Мы говорим, я объясню, мы сейчас говорим о направлении геронтологии и антиэйдж-медицины. Медицина, направленная против старения. Сейчас вообще это большой тренд. Я являюсь большим поклонником этого направления. Называется это старение как болезнь. Да? Люди пытаются изменить общественное сознание таким образом, чтобы общество начало воспринимать процесс старения не как данность, от которой невозможно уйти, и надо просто воспринять ее как таковую, а как болезнь. Да? То есть, грубо говоря, вот недавно начали первые... На сером рынке появились препараты, начали исследования на людях от всех разрешений и регламентаций, потому что Бразилия достаточно легкая страна для проведения подобных экспериментов, препаратов, которые потенциально вообще могут остановить старение на генетическом уровне. Да? То есть, скорее всего, первое поколение препаратов будет очень неудачным, есть такое мнение, но сам подход – старение как болезнь, и эту болезнь можно вылечить. И с появлением таких препаратов врачи начинают интересоваться вообще, как можно на самом деле померить здоровье и как можно на самом деле померить правильность образа жизни и результативность вот таких воздействий. Предположим, есть врачи, которые дают консультации своим клиентам относительно того, как им нужно жить и как им нужно правильно питаться. Дорогие клиенты, дорогие врачи, которые глубоко проникают в жизнь пациента и следят за его здоровьем. Да? Вот такой тест им поможет понять, что пациент делает правильно, а что он делает неправильно. Более-менее понятно? Ну так, насправді це схоже на сценарій фільму фантастики, знаєш, коли винайшли, як не старіти, і це призвело до сегментації, тобто суспільства, ті, хто заможні, можуть собі це дозволити, і більшість бідних людей, які собі це дозволити, не можуть. Тобто ти зараз розповідаєш такі речі, які і правда схожі більше на фантастику. Фантастика не фантастика. Я понимаю, как это звучит, я как бы реально мыслю, но я подчеркиваю, что Google инвестировал недавно 100 миллионов долларов в свою компанию, посвященную антиэйдж-медицине. Ряд других крупных корпораций открывают свои подразделения, которые именно занимаются проблемой антистарения. Ряд вот таких вот полусерых ребят уже производят первые препараты. Это научный факт, ну, то есть это факт, они предлагают их, и я знаком с этими компаниями. Это антиретровирусные терапии, это ретровирусные терапии, которые на генетическом уровне модифицируют клетки человека с тем, чтобы выключить определенные механизмы старения, связанные, кстати, с теломерами. Они выключают на генетическом уровне это укорочение при каждом делении и смотрят, что получится. И на мышах показаны поразительные результаты. Нет, вечной жизни пока никто не обещает, потому что есть много других механизмов. Но продлить человеческую жизнь на 20-30 лет в фазу активной старости, безболезненной,
Это уже в рамках сегодняшней науки доступности. Ну а ты можешь приблизно, как людина, яка глибоко в це занурена, яка займається цим, сказати, через скільки років ми приблизно можемо отримати подібні результати, щоб вони стали доступними для звичайних людей, не на сірому ринку? Я думаю, что лет 30-40 мы говорим, да, потому что от серого рынка до настоящего рынка еще огромный период клинических испытаний, официальных сертификаций, ошибок, проб и ошибок, потому что я лично не знаю результатов этих первых препаратов, того, что они есть, и, может быть, там все не очень хорошо. Вот, но я думаю, что мы с вами увидим вот этот прорыв, потому что сейчас очень много денег инвестируют в это. Слухай, дивись, а як ти думаєш, тобто зараз ця процедура виглядає таким чином? Людина бере зразок, відсилає вам, ви його обробляєте, є якісь результати, і це потрібно робити, як ти кажеш, раз на 3-4 місяці. А як ти бачиш перспективу, щоб це все звелося, можливо, до домашніх якихось маленьких приладів, щоб мені не потрібно було висилати це кожного разу, щоб це був, наприклад, щоденний тест, і динаміка буде набагато зручніше, багато доступніші дані будуть, і мені не потрібно буде висилати це в якусь лабораторію. Тобто зараз просто багато інвестується і багато робиться технології більше заходять саме в сферу здоров'я. Це роблять всі великі компанії, всі ці гаджети, які ти носиш на собі, вони вимірюють постійно твій або тиск, або твій пульс. Тобто вони намагаються якимось чином трекати твоє здоров'я. Як ти думаєш, от саме такі тести, якими ви займаєтесь, через скільки можуть і чи можуть взагалі зайти саме в персональні девайси, які ми зможемо, наприклад, носити на руці або зберігати вдома? Обов'язково це відбудеться, але не в ближайший год-два. Скажем так, є ряд технологічних проблем, які поки преодолеваються достатньо складно, але как бы путь їх преодоління вже ясен. Ми до сих пор, я приведу пример, так, всі ці гаджети, які ми носимо на руках, які міряють пульс, нет до сих пор гаджета, который бы мерил сахар в крови без иголки. То есть миллионы диабетиков по всему миру, это был бы огромный взрыв, если бы появились часы, которые бы постоянно отслеживали уровень сахара в крови. Да, казалось бы, простая вещь. Всего лишь сахар, всего лишь в крови, его там много. Это не ДНК, это не РНК. Да? До сих пор нет такого прибора, потому что вот есть ряд нерешенных, непонятно, как это делать. Совершенно. Ученые бьются, величайшие умы решали эту проблему, я уверен. Потому что рынок многомиллиардный. И вот, допустим, нет решения такой проблемы. С ДНК есть перспектива. То есть появляются небольшие персональные секвенаторы, которые выглядят как USB-флешки, которые могут прочитать за двое суток полностью ваш геном. И стоят там $1000. Но у них пока невысокая точность. Но вот последние выпускники Y-комбинатора, стартапа Y-комбинатора, они говорят, что у них есть уже похожее устройство в бета-версии, которое способно провести генетический тест там, по ряду генов у вас дома, используя небольшое устройство и мобильный телефон. Но пока это дойдет до рынка, пока это пройдет все сертификации, я думаю, что не раньше, чем через 5-10 лет мы увидим вот такие вот штуки, которые можно будет... Все равно нужно будет сдавать свою кровь этим прибором, все равно нужно будет прокалывать иголкой руки. Ти знаєш, 5-10 років – це, в принципі, перспектива, яку можна ще застати і можна активно прийняти в ній участь. А ти можеш, в принципі, розповісти, от ти розповів про цих хлопців, які зробили досить важливу штуку, щоб аналіз рака грудей у жінок. Ти можеш порівняти, це буде, звичайно, не нашу користь порівняння, але от… Як розвивається наука в Штатах, де ти знаходишся, і українська наука? Тому що ти знаєш і ту сторону. Ну, як вам об'яснити? В цілому, на сьогоднішній день, ви розумієте, це не секрет, українська наука в більшості своєму – це печальне явление. Відкриття в Україні не завершались дуже давно, і завершити їх невозможно. Тому що все, що можна було відкрити, на коленке, грубо говоря, в простой лаборатории с помощью гениального человека и простого прибора уже давно было открыто. Сейчас все вещи совершаются на стыке дорогой лаборатории и гениального человека. В лаборатории, оснащенной суперсовременным оборудованием. В Украине такого оборудования, как правило, нет. Я говорю взагалі. Я говорю про вот ту массу научно-исследовательских институтов, которые есть в Украине.
в большинстве своем все плохо, но есть отдельные места, в которых, которые находятся практически на мировом уровне. Я не буду там их вслух перечислять, никого не обидеть, но в целом украинская наука отстает от мировой, может быть, на 20-30 лет. То есть определенная динамика того, как развивается наука. Есть открытие. Человек, группа ученых в лаборатории совершает некое открытие фундаментальное, которое там создает новое направление в науке. Она там 2-3 года в этом направлении работает. Единственная группа публикует статьи, получает мировую славу и успех. Потом ряд других крупнейших лабораторий, у которых есть аналогичное оборудование, возможность и финансирование, начинают это открытие развивать. Да? То есть появляется там еще больше публикаций, выходит уже таких фундаментальных, но там с разных сторон смотрят на явление и продвигают его, грубо говоря, в практическую часть. И потом лаборатории средней руки там, в течение следующих 50 лет развивают всевозможные мелкие направления после этого открытия. И вот таким образом проходит волна. Где-то там через 10-15 лет после изначального открытия изначальный автор получает Нобелевскую премию, предположим, да, там в среднем. Вот. И вот то, что я видел в украинской науке, когда я там работал, то, чем занимались наши лаборатории, это отставало от мировой науки вот на 20-30 лет. То есть, грубо говоря, то, что я видел, это подметание хвостов больших открытий. В принципе, хвостов уже мало кому интересных, из которых сложно вытащить что-то на самом деле стоящее. Действительно, умные люди умудрялись вытащить что-то действительно стоящее из этого. Но это случай одни из единицы. Это очень редко. И вот то, что я видел, это было не очень хорошо. Но то, что я увидел в Киеве, допустим, я очень сильно порадовался. Вот лаборатории эпигенетики, с которыми я хорошо знаком и дружу, к примеру, это группа молодых ученых, которые сознательно выбрали карьеру ученого, сознательно не пошли в бизнес и коммерцию, потому что не любят науку. И у них молодой коллектив, туда ходят люди, которые днем работают менеджерами и дизайнерами, а по вечерам приходят изучать эпигенетику и писать кандидатскую диссертацию. Это вообще феноменально и фантастически. То есть вот примеры таких лабораторий показывают, что украинская наука, она не умерла, она очень даже жива. И если в этой лаборатории, допустим, невозможно совершить прорывное открытие, потому что все равно не хватает оборудования и специалистов мирового уровня, да, то такая лаборатория очень даже может совершить улучшить технологический метод, создать новый протокол, вот то, что они сделали с раковой панелью и с теломерным тестом, да, то есть это вполне в наших силах хорошая средняя наука, направленная на коммерциализацию и направленная на создание вот продукта. Это возможно в Украине. Главное поддерживать людей, стимулировать, давать, как бы, грубо говоря, шанс. А як ти думаєш, хто має цим займатися? Тобто, ну, тому що ти сказав просто приклад такий, коли люди в день працюють менеджерами, а ввечері вони йдуть і займаються наукою. Як на твою думку, це мають бути великі компанії, це мають бути гранти, чи це має бути все-таки державна підтримка? Власне, хто має в це вкладати, хто має це підтримувати і хто має потім виймати результат? Ну, от те, що ти перечислив, це правильно. И государство, и государственные гранты научно-исследовательские, и, безусловно, индустрия. Все три механизма там вот в тех же штатах работают. И есть примеры по каждому из этих направлений специальных организаций, которые этим занимаются. Это в Украине нет, допустим, возможно, есть, я не слышал, я не специалист. Уже есть научные акселераторы, но я не слышал. Да, то есть акселераторы, которые будут направлены на развитие не IT-стартапа, научных стартапов, технологических стартапов, связанных с каким-то научным открытием или разработанной технологией. Сейчас этим занимаются в основном, конечно, корпорации, крупные компании, потому что это находится в их непосредственных интересах. И они же, как правило, владеют технологией. Но у них нет культуры стартапов. Они могут проспонсировать лабораторию, забрать у них технологию, в итоге полученную, и продолжать зарабатывать на технологии деньги. И никто толком не узнает вообще, что произошло. Потому что это происходит все очень непублично, очень закрыто, в рамках договорились, распилили, коммерциализировали, продаем. Да? Это прекрасно, потому что это в любом случае приносит деньги и инвестиции в украинскую экономику. Это оставляет там прибавочную стоимость в Украине. Это хорошо. Но есть и другой подход. Есть подход, когда люди, открывшие технологию, получают возможность сами ее реализовать, сами ее коммерциализировать, и иметь ее в открытом доступе, грубо говоря, вот путь стартапов.
И вот это то, чего у нас в Украине, наверное, нет, к сожалению. Но это появляется. А государство, конечно, должно помогать, но государственная помощь — это достаточно сложная вещь, потому что, как правило, государство требует очень много бумажной документации, отчетности. Это занимает отчетность, как правило, больше времени, чем само исследование. И, как правило, механизм выдачи этих грантов очень непрозрачный, да, вы все прекрасно сами понимаете. Вот, поэтому я не знаю. Я не знаю, как лучше для Украины. Ну, якщо повернутися, наприклад, конкретно до того, чим ви займаєтесь, скільки у вас там в Штатах знаходиться людей? Тобто, яка команда взагалі, як у вас там, що розподілено? У нас костяк – це 3 чоловіка, грубо говоря. Це я, парень в Україні, Саша Каляда, який, собственно говоря, є нашим головним ученим, який руководив розробкою теста і буде руководити проведенням аналізу. І мій американський партнер Корі, який, собственно говоря, являється бізнес-селс-девелопером здесь, в Соединенных Штатах Америки, который является native спикером, который является, ну, который американец, как происходит процесс общения, процесс развития компании в Америке, потому что без такого человека невозможно что-либо делать. То есть, грубо говоря, вот настрою, но мы сейчас пытаемся попасть активно в акселератор, который нас научит, грубо говоря, тонкостям. И мы сейчас постоянно пишем заявки, аппликации, applications, и я надеюсь, что вот-вот мы пройдем в один из акселераторов хороших, который нас сможет подтолкнуть и вывести на новый уровень. Ну, тобто, власне, ти от випередив трошечки наступне питання. А що ви в майбутньому плануєте? Як ви бачите розвиток, власне, своєї компанії і то, що ви робите? Тобто, чим ви плануєте через 5 років, скажімо, займатися? Ну, 5 лет стартап прогнозировать никак не может. То есть любой прогноз, сделанный на 5 лет, это будет точно ошибкой. Потому что мы не знаем, что произойдет через 3 месяца. Мы постоянно меняем свой фокус, да, то есть на сегодняшний день у нас есть точный продукт, у нас есть точный метод. Вопрос в том, как его продать. Indiegogo компания у нас проходит. В принципе, проходит нормально. Если мы не выйдем, это ничего страшного. Это не критично, грубо говоря. Нам нужно выходить на маркеты B2B и B2R. Мы должны продавать эти пакеты не только пользователям, которые являются фанатиками здоровья. Мы должны продавать их врачам. Мы должны распространять их на новые сегменты рынков. Люди, которые занимаются диетами, люди, которые занимаются бегом, люди, которые занимаются медитациями, чтобы они проверяли, насколько эффективно, насколько это им помогает. Мало того, одним из суперинтересных направлений является предложение вот этого продукта врачам, исследователям, даже не врачам, научным исследователям. То есть какая возможна схема, чтобы вы понимали, вот как подобные компании работают? Есть база людей, которые сдали этот анализ, да, которые, допустим, проверяют длину своей теломеры в динамике. У них есть на телефонах приложение, на сайте аккаунта. Да? И, допустим, исследователи заинтересовались, а вот как теломера связана с фактором X, неважно каким, новым фактором, допустим, с тем, болела ли ваша мама малярией, неважно. Да? Вот у них есть такой вопрос. И вместо того, чтобы проводить такое исследование, искать волонтеров и организовывать весь этот процесс заново, эти исследователи могут обратиться к нам. Мы зададим своим пользователям вопрос. У нас уже есть данные анализов этих пользователей, да? Результаты анализов. Да? У нас есть уже база данных. Мы можем просто у них спросить, ребята, а у вас мама малярией болела? Они ответят на этот вопрос, и исследователи тут же получат ответ. Да? То есть любой вопрос исследовательский, связанный с длиной теломеры, мы сможем тут же предоставить на него ответ. Это ценность и стоимость владения вот такого рода информацией. Естественно, что это будет полностью анонимно все, то есть не будет связи между данными и имя, фамилией пациента. Но сам факт того, что вот компания 23andMe, которая производит генетическое картирование, которой я сдавал тесты, она недавно заключила сделку о том, что она всю свою базу данных анонимную предоставляет в пользование компании, которая разрабатывает препараты против болезни Альцгеймера. Для того, чтобы компания увидела, какие факторы могут коррелировать вот, с предрасположенностью к Альцгеймера. Причем она продала дороже, чем заработала на этом больше денег, чем все эти деньги, которые она заработала, собственно, на проведение вот этих вот индивидуальных тестов для клиентов. То есть вот, владение генетической информацией – это та вещь, наверное, в долгосрочной перспективе, которая нам интересна. Потому что эта генетическая информация дает огромное преимущество в разработке новых препаратов и стратегий против старения, заболеваний и так далее.
Ну, от я, до речі, нещодавно бачив одну таку штуку, не знаю, може ти просто оціни як спеціаліст. Коли компанія Apple створила спеціальні тести, люди проходять у себе на телефоні ці тести, вони збирають всі ці дані, і таким чином вони збирають статистику про можливість твою захворіти, наприклад, хворобу Альцгеймера, або захворіти ще на якісь от такі речі. Да. Тобто вони намагаються це моніторити вже зараз, просто за допомогою звичайних додатків. Тобто, от... Ты можешь оценить? Это взагалі працює? Тобто, такі речі? Конечно, это очень хорошо работает. Я, естественно, я посмотрел, что они выпустили. Я посмотрел на этот их health kit, так называемый. Я посмотрел, какие там есть приложения. Я считаю, что это гениально. То есть они выжимают максимум информации из вот простого гаджета, как iPhone. По болезни Альцгеймера они просят людей нажимать последовательно на две кнопочки на экране телефона, чтобы отслеживать, сколько нажатий в минуту они могут сделать. И это является показателем, да, то есть показателем работы нервной системы, качества работы нервной системы. И это очень круто. Они идут по этому пути. Все крупные корпорации становятся сейчас на этот путь. Все стремятся завладеть медицинскими данными, потому что именно медицинские данные будут являться масса, вот это big data так называемая. Владение этой информацией будет являться ключевой на прорыве в лечении ряда заболеваний для прорыва, да. И да, это очень круто. И когда-нибудь будет теломерный тест в Apple Health Kit, я думаю. Слухай, ну, певно, що одне з останніх питань. Більшість про те, що ми говорили, це все-таки націлено на американський ринок. Розкажи мені, от я, як українець, який знаходжусь, скажімо, в Києві, в Чернігові або у Львові, я можу якимось чином пройти або ваш тест, або, скажімо, якщо ти знаєш, де мені можна пройти схожий тест в Україні, це взагалі це можливо? Вы можете заказать наш тест, поскольку на лаборатории находится в Украине. Мы, естественно, будем предлагать там буквально через несколько месяцев, я думаю, даже меньше, это тест для Украины. Я не думаю, что будет большое количество клиентов, частных лиц. Я не думаю, правда. Нам не сложно его провести, нам наоборот его даже легче провести, чем в Штатах Америки. Мы не имеем проблем пересылки и так далее. Конечно, вы можете пройти, ну вы нет, вам не нужно рак груди исследовать, да? Но вашим знакомым дамам, возможно, и стоило бы обратить внимание на этот тест. А вот, к примеру, 23andMe, самый интересный тест на сегодняшний день, который можно пройти, он в Украину не поставляется, потому что в Украине есть ряд ограничений по пересылке биологического материала по почте за границу. Это не так просто решается. И 23andMe просто легче отказаться от работы с Украиной, чем разрешать все вот эти украинские бюрократические проволочки и изменения, да? Но, тем не менее, есть методы того, как люди из Украины проходят этот тест, они там пересылают его через третьи лица в третьих странах и все равно получают свои данные. Ну, а наш тест, да, я думаю, можно будет пройти в Украине скоро. Ну, ти знаєш, я б насправді хотів би дізнатися такі свої дані. Ну, власне, я можу побажати, ну, успіху вам бажаю, власне, вам тільки успіху потрібно бажати, тому що, здається, у вас і так все виходить і вже все вийде. І дякую, що ти сьогодні був у нас і розповів такі речі, про які мало хто говорить, тому що ці речі і правда важливі, тому що коли ми говоримо про важливі речі і правда, то це наше життя і наше здоров'я, тому що ми тут плануємо будувати велику і прекрасну державу, а для цього нам потрібен кожен українець. І дякую. Здорово. Сьогодні був у нас Олександр Савсуненко, засновник компанії «Тітанова». І, власне, далі вечір на Громадському буде продовжувати Сергій Мельничук і Бача Корчалава. Вони, як завжди, змістовно підіб'ють підсумок цього тижня. Залишайтесь на Громадському.